Следующий докладчик. Российский историк и политолог, доктор исторических наук, профессор Вардан Эрнестович Багдасарян. Тема доклада «Советский проект в актуальной повестке мирового развития». Здравствуйте. Приветствую всех собравшихся. И, знаете, хотел бы сделать вначале оговорку. Конечно, если мы говорим об актуальной повестке в отношении советского проекта, то здесь есть вопрос об отношении к времени. Настоящее, прошлое и будущее. Я бы выделил сегодня три существующие подхода к советскому опыту, которые в мировом дискурсе присутствуют. Первый подход, что это было как бы девиация, отклонение от нормального хода истории и развития, некая патология. Вот эта патология продлилась 70 лет, и она была, в общем-то, ликвидирована. Первый подход, он представлен в рамках либеральной теории, других концептуальных объяснениях. Второй подход, что это советский проект, это прошлое. Это выражение некой архаики, которая, в общем-то, пришла в эпоху модерна. И эта архаика определила все. Мы будем говорить о третьей позиции, третьей точке зрения. То, что советский проект был прыжком в будущее. И это будущее сегодня настало. И в отношении этого будущего вновь обнаруживается актуализация того, что имело место и проявилось 100 лет назад. Я бы хотел начать, знаете, в 49-м году вышла достаточно резонансная, и вы ее сегодня часто вспоминают, статья Эйнштейна. Она называлась «Почему социализм?» Ну, казалось бы, Эйнштейн. Человек, включенный, в общем-то, в западную политическую элиту, в общем-то, находящийся там, в этом пространстве, он рассуждал, сравнивал капитализм и социализм, приходил к заключению о том, что капитализм проигрывает. Он проигрывает почему? Эйнштейн две составляющие указывал, такие сущностные недостатки, пороки, вернее, капитализма. Первый порок – это установка на прибыль. И второй порог – это установка на необходимую и неизбежную конкуренцию. Вот что говорил Эйнштейн. Неограниченная конкуренция ведет к чудовищным растратам труда и к тому изувечению социального сознания отдельной личности, о котором я уже говорил. Это изувечивание личности я считаю самым большим злом капитализма. Вся наша система образования страдает от этого зла. Нашим учащимся появляется, он говорит, образование, стремление к конкуренции в качестве подготовки к карьере, их учат поклоняться успеху в приобретательстве. Это Эйнштейн, человек той культуры и того пространства, 49-й год. А вот его слова, а что можно этому противопоставить? Я убежден, что есть только один способ избавиться от этих ужасных зол, а именно путем создания социалистической экономики, соответствующей ей системы образования, которая была бы направлена на достижение общественных целей. В такой экономике средства производства принадлежат всему обществу и используются по плану. Помимо развития его природных способностей, образование человека ставило бы своей целью развитие в нем чувства ответственности за других людей вместо существующего в нашем обществе прославления власти успеха. Необходимо, однако, помнить, предупреждал Эйнштейн, плановая экономика еще не социализм. Сама по себе она может сопровождаться полным закрепощением личности. Построение социализма требует решения исключительно сложных социально-политических проблем. Учитывая высокую степень политической и экономической централизации, как сделать так, чтобы бюрократия не стала всемогущей? Эйнштейн отдавал явное предпочтение социализму, но говорил, есть риски, значит, которые надо минимизировать. Они не носят сущностный характер, но на них надо обращать внимание.
Прежде чем говорить о современной повестке мировой, ну, некоторые иллюстрации, ну, так, в цифрах, без иллюстрации не обойтись, что из себя представлял советский проект. Ну, вот по сферам, как бы такие иллюстративные примеры. Экономика, плановая экономика. Сегодня говорят о том, споют, какое китайское чудо, японское экономическое чудо. Первые пятилетки – это 16-20, по разным оценкам, процентов год ежегодно. Каждый год экономика увеличивается на 20%. Ничего подобного ни в каких экономических моделях никогда не было. Ни японское экономическое чудо, ни китайское, ни немецкое до русского экономического чуда в этом отношении не дотягивало. Красная армия и ее сила. 44-45 год продвижение за сутки составляло 25-30 километров. Каждые сутки продвигаемся на 25-30 километров. Почему, хотя известно, что в 1945 году выдвинут был Черчиллем план, немыслимое начало войны против Советского Союза, используют для этого нацистов, наши бывшие союзники хотели переиграть ход Второй мировой войны. Почему после войны, хотя США обладали монополией на ядерное оружие, но так и не начали войну, хотя были конкретные планы, все очень просто. Сила Красной Армии была так велика, что, в общем-то, даже по расчетам по монополии на ядерную бомбу, на атомную бомбу, Красная Армия все равно побеждала. Там были расчеты, какой, значит, через какое время в достаточно ближней перспективе будет какая, в общем-то, взята из западных стран. В случае начала такой войны остановились. Красная машина в спорте. Ну, достаточно привести примеры. Последние Олимпийские игры, 88 год, еще когда советская сборная участвовала, зимние и летние Олимпийские игры, золотых медалей больше, чем у США, в совокупности на 28. Всего на 61 больше, чем у Соединенных Штатов Америки. Это просто отрыв невероятный по современным любым меркам. Это была действительно создана машина физического развития человека и советского превосходства в этой сфере. Культура и образование. Самая читающая страна в мире. Это же не просто слова. 11 в среднем, и рабочие, и крестьяне, все. Значит, 11-12 часов в неделю советский человек тратил на чтение. Книги, газеты. Для сравнения, в то же время в развитых западных странах 3-4 часа. Значит, это был... Сегодня мы ушли туда, где находился Запад. 3-4 часа сегодня тратят у нас население на чтение, значит, книг, газет. И в этом отношении инволюция здесь очевидна. Советский патриотизм. Самопожертвование во имя Родины. Ну, мы говорим о подвиге Матросова. Но 274 человека повторили этот подвиг Матросова. 270 случаев повторения подвига Гастелло. Это огромный, это массовый героизм. Готовность отдать свою жизнь за Родину. Вот это что такое был советский проект. Краткие такие иллюстрации. Если мы будем говорить о базовых характеристиках этого советского проекта, чем отличалась советская модель? Ну, я думаю, надо перечислить основные составляющие этой модели. Во-первых, эта модель была мобилизационная. Значит, и как бы сегодня, так, условно говоря, кризисные менеджеры задают вопрос, а как же вот действовать в условиях чрезвычайных? Ответа в рамках современной теории управления не дает. Советский Союз исходил из установки, если завтра война, как должны работать все институции. А угроза эта была постоянная. Во-вторых, эта модель была идиократическая. То есть начиналась с системы ценностей и смыслов, то, что называется идеология. Сегодня идеология, мы знаем,
что в отношении статьи 13 Конституции, но тогда модель была идиократическая. Третья составляющая – государственное планирование. Четвертое – принцип социального равенства. Пятое – коллективизм как ценностная установка. Вся система обучения и воспитания основывалась на прививке коллективистских ценностей. Следующая позиция – государственная монополия внешней торговли. Уж как на Генуэзской конференции требовали страны Запада нам не только заплатить по долгам, а что они еще требовали? Они требовали отказа от государственной монополии внешней торговли. Это для них было важно, и это было ключевое. Ну и, наконец, опора на собственные силы. Опора на собственные силы. Мы были самодостаточны в том плане, если будет полная блокада. А с этого начиналась как бы история Советской России. Если будет полная блокада, то мы можем, и опираясь на собственные силы, выстроить любую, как бы, любую систему. Знаете, есть в свое время у Аристотеля было такие два подхода, как два этических подхода. Да, значит, жить ради удовольствия и жить для того, чтобы избежать катастрофы. Так вот, Советский Союз выстраивал модель из второго этического императива. И эта модель, вот фактически эта модель была свернута в конце 80-х годов. Рухнула не советская модель, а обрушение произошло после отказа от этой самой модели. Все по пунктам, начиная от мобилизационной модели, идиократии и так далее. Все по пунктам, в общем-то, подлежало пересмотру. Знаете, важно бывает свидетельство со стороны противника. Ну вот я такое свидетельство приведу. Это агентство Стратфор. Агентство Стратфор, они позиционируются очень часто как теневое ЦРУ, ну, второе ЦРУ, но действительно, в общем-то, окормляют в значительной степени государственный истеблишмент Соединенных Штатов Америки. Зачитаю. Вот оценки. Это не только Советскому Союзу посвящено было исследование. Исследование было посвящено, ну, степени устойчивости государств по отношению к внешним вызовам. Вывод следующий. Советский Союз. Самый успешный пример русской государственности. Это говорят наши враги. Советский Союз. Самый успешный пример русской государственности за всю ее историю. В то время удалось создать новую идентичность, которая объединяла всех без исключения жителей советского государства нового типа, независимо от расовой, религиозной, национальной и прочих принадлежностей. Стратегия коммунистов была переменчиво успешной, но всеобъемлющая советская идентичность действительно сыграла важную роль собирателя большей части населения Советского Союза. Она создала новый вид патриотизма, массового энтузиазма и гордости быть советским гражданином. Борьба советской идентичности постоянно подписывают желание бороться за социалистическую родину и идеалы в тяжелые времена. Это американцы говорят. Это говорит Стратфор, значит, который позиционируется как теневой ЦРУ. Вот такая оценка. Действительно, у нас, к сожалению, в историко-культурном стандарте, в учебниках истории и так далее утвердилась мысль, что якобы Советский Союз был обречен на гибель. Якобы был обречен на гибель. А вот то, что говорят опять-таки наши противники. Там другая оценка. Итак, Маргарет Тэтчер. Благодаря плановой экономике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов Советскому Союзу удалось достигнуть высоких экономических показателей. Если при этом учесть огромные природные ресурсы СССР, то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков. Тэтчер говорила о том, она не говорит, что предопределена была победа и обрушение Советского Союза. Она говорит, что вполне имел все шансы Советский Союз победить, в том числе в экономической сфере. Роберт Гейтс, директор ЦРУ. Мы понимали, что Советский Союз не экономическим давлением, ни гонкой вооружения, ни тем более силы не возьмешь. Его можно разрушить только взрывом изнутри. Он признает, что ни экономика, ни военная сфера нельзя выиграть у Советского Союза.
И действительно, если мы посмотрим, откуда взялся этот миф, значит, это требует отдельного разбирательства. Но если мы посмотрим чисто экономические показатели, даже экономические показатели, хотя не только экономикой измеряется успешность страны, даже чисто экономические показатели, даже поздний СССР все равно демонстрировал более высокие темпы роста, чем стран Запада. Ну да, там превосходило по темпам роста только Япония. Это был отдельный случай, но в целом СССР показывал более высокие показатели. Страны, значит, СЭФ показывали тоже достаточно высокие показатели в сравнении. И в этом плане говорит, что проиграли там экономическую борьбу якобы более совершенной системы Запада. Но это, как бы мягко сказать, не соответствует действительности. Анализировать причины гибели можно на уровне разных составляющих. Анализ на уровне персоналей, анализ на уровне технологий, анализ на уровне факторов, анализ на уровне системы, анализ на уровне ценностей. Все это может быть, все влияет на все, безусловно. Если мы говорим об анализе на уровне персоналей, конечно, надо говорить о факторе предательства элит. Если мы говорим об анализе на уровне технологий, конечно, новые технологии борьбы, связанные с поражением сознания. Анализ на уровне факторов, конечно, там все эти игры, связанные с нефтяной игрой и так далее, тоже это имело место быть. Но я бы акцентировал внимание на двух последних, если по этой ступеньке восходить. Анализ на уровне систем. Ведь по большому счету отказались от советской системы в позднем СССР. В период перестройки шаг за шагом вот от этой описанной системы, которая, с помощью которой выигрывали, происходит от нее отказ. И второе, может быть, самое главное, уже то, что удалось услышать, коллеги говорили, анализ на уровне ценностей, анализ на уровне того антропологического типа, который был положен в основу системы. Я здесь в этом плане процитирую Ленина. Ленин предвидел то, что это, вероятно, будет самой большой проблемой. Проблема мелкобуржуазного перерождения. Итак, придется по диктатуре пролетариата перевоспитывать миллионы крестьян и мелких хозяйчиков, сотни тысяч служащих, чиновников, буржуазных интеллигентов, подчинять их всех пролетарскому государству и пролетарскому руководству, побеждать в них буржуазные привычки и традиции. Культурная задача, предупреждал он в 21 году, не может быть решена так быстро, как задачи политические военные. Политически победить можно в эпоху обострения кризиса в несколько недель. На войне можно победить в несколько месяцев. А культурно победить в такой срок нельзя. По самому существу дела. Тут нужен более длинный срок. И надо к этому более длинному сроку приспособиться, рассчитывая свою работу, проявляя наибольшую просто настойчивость и систематичность. Он говорит, это более большая задача, чем пойти к власти, удержать эту власть в гражданскую войну и так далее, победить мелкую буржуазную психологию. В чем выражалась мелкобуржуазная психология? С одной стороны, это психология кулака, хозяйчика, стремление разбогатеть, собственнические инстинкты. Это одна сторона. Вторая сторона, проявляемая среди интеллигенции, элитаризм, преклонение перед красивой жизнью, симпатия перед европейскими буржуазными институциями. Вот на этом, с моей точки зрения, и проиграли, поскольку на каком-то этапе ослабили эту борьбу за создание нового человека, духовно-центричной личности, и вот она, психология мелкого буржуа, начинает проникать в большие сферы. В этом отношении, значит, ориентиры советские, да, сегодня вот что угодно присутствует в системе образования, когда мы говорим о, значит, компетенции разные и так далее, нет только главного, а какого человека мы готовим. Образование — это, по большому счету, человекостроительство. В Советском Союзе это было все предельно понятно. В образовательных программах мы готовим гармонически развитую личность. А что такое гармонически развитая личность? Какие, значит, позиции? Основные четыре позиции. Коллективизм — чувство товарищества. Готовим человека-мыслителя и творца.
помним все известные высказывания, что нам не нужен человек-творец и мыслитель. Нравственное воспитание, вера в общественные идеалы. Советский патриотизм, представление об СССР как о лучшей стране мира. Значит, все происходит в мелкое буржуазное перерождение. В чем оно выражается? По позициям. Потребительство и комфорт, известная как бы комфортная позиция. Дачка, тачка, собачка. Низкопоклонство перед Западом, части интеллигенции. Бюрократия и коррупция. Девальвация идеального. Начинается все с ценностей из человека. О том, как проект советский, вот удалось посмотреть, знаете, есть такие длинные статистические еды Мэдисона, английский экономист, статистик. Удалось посмотреть отношение в доходах ВВП на душу населения 10% наиболее богатых стран мира, 10% наиболее бедных стран мира. Что получилось? Прямо картина, значит, описывает предельно все. Но действительно, начиная с той эпохи, которая характеризуется как капитализм, вступление в капитализм. Раскол увеличивается, полюс богатства и бедности отделяется в мировом плане друг от друга. С начала эпохи колониализма раскол увеличивается. Существовал только один единственный период во всей истории человечества, когда этот раскол не увеличивался, а снижался. Это четко период существования СССР. Раскол пошел, стал снижаться. Рухнул Советский Союз, в геометрической прогрессии пошел этот раскол, достигли максимума раскола мира. В этом отношении, ну, это прямая как бы иллюстрация, запрос на некую альтернативу. И не просто на альтернативу, связанную с социальным равенством, коллективизмом и всеми теми принципами, которые были провознесены выше. Что сегодня? Сегодня уже фактически в публичном пространстве, это не конспирология, представители элит мировых заявляют буквально очень много лишних людей. Очень много лишних людей. Почему много лишних людей? С одной стороны, технический прогресс, робототехника, цифровая эволюция. Можно и без этих масс. Зачем кормить эти массы? Значит, ну а второе, это как бы принцип корпораций, эффективность, прибыль. Менеджерский принцип. У нас менеджмент фактически сегодня как знак равенства с управлением. А что такое менеджмент? Это минимизация издержек, максимизация прибыли. В этой связи, значит, в этой логике, значит, эти все миллионы, а то и миллиарды оказываются лишними. Это было невозможно, когда существовала советская альтернатива. Вот оно влияние. Это советской альтернативы нет, можно уже ставить вопрос о лишних людях. Я бы назвал следующие исторические последствия гибели СССР. Они проявились не сразу, но эти последствия проявляются сегодня с достаточной очевидностью. Итак, перечислю те позиции, которые, ну, логической этой цепочкой являются прямым следствием того, что с мировой политической арены был устранен Советский Союз, советская альтернатива. Итак, завершение формирования мировой элиты, сверхобщество бенефициаров, первая позиция. Мировая элита, она сложилась, собственно, в том виде, какая она сегодня есть, именно после гибели СССР. Максимизация социальной дифференциации человечества. Это, в общем-то, статистически подтверждается. И генеральный секретарь Организации Объединенных Наций эти цифры приводил, когда нескольким семьям принадлежат более половины мировых ресурсов вообще. Такого никогда не было. Усугубление дифференциации между странами золотого миллиарда и странами мировой периферии. Это тоже мы наблюдаем. Надувание мыльного пузыря новой финансовой системы. Фактически, ну, с распадом СССР стало 78-79 годов. Это ямайская система, как бы без обеспечения золотого, она стала формироваться именно в эти годы. Десуверенизация национальных государств. Распространение культурных и психологических установок постмодерна. Значит, поскольку нет иного ценностной альтернативы. Установление ретроспективы пандемии, это все предельно раскрылось. Установление системы тотального контроля над человечеством.
Распространение идеи антропологической инженерии, выраженной в идеологии трансгуманизма. Пока Советский Союз выходил с проектом человека как цельной личности, холистический такой был подход, значит, все, установились другие установки. Человека можно собрать, разобрать, усовершенствовать, подчинить. Трансгуманизм. Если, думаю так, что и тот, значит, как бы, те столкновения, которые мы наблюдали в Соединенных Штатах Америки как нечто новое, столкновение глобалистов и националистов, условно так скажем, значит, ну это тоже определенный отголосок того, что сошел со сцены Советский Союз. Так, логика какая? Капитализм, значит, вначале создаются национальные рынки, на основе национальных рынков создается национальное государство, потом рынки расширяются, возникает мировой рынок, и вот уже национальное государство, которое было порождено капитализмом, представляет уже определенную обузу. И дальше логика: глобализм ломает национальное государство. Новый капитализм, или как говорят, посткапитализм, не буду сейчас о дефинициях спорить, новый капитализм мировой побеждает старый капитализм, капитализм национального государства. Если вставать на капиталистическую логику, а у нас, к сожалению, стоят по сей день власть на капиталистической логике, национальное государство проиграет мировому капиталу. Чтобы выиграть в этом противостоянии, надо менять парадигму. Победить капиталистическую систему, находясь в рамках капиталистической системы, не получится. Не получится. Значит, технологический прогресс. Ведь знаете, что такое? У нас часто увлекаются техникой, технологиями. Но надо не забывать, что технологии — это инструмент. Технология сама по себе — это не ценность. И весь вопрос, в чьих руках окажутся эти технологии. Ну, процитирую опять Ленина. Значит, при капитализме освобождение труда миллионов горнорабочих, занятых добыванием угля, породит неизбежно массовую безработицу, громадный рост нищеты, ухудшение положения рабочих. А прибыль от великого изобретения положит себе в карман Морганы, Рокфеллера и Бушинские Морозовы с их свитой адвокатов, директоров, профессоров и прочих лакеев капитала. В отношении лишних людей ведь тоже, значит, Ленин, четкая позиция была достаточно представлена. Мы, безусловные враги неомальтузианства. Это в 13-м году еще было сказано. Этого течения для мещанской парочки, заскорузлой и себелюбивой, которая бормочет испуганно: самим бы, дай бог, продержаться как-нибудь, а детей еще лучше не надобно. Так вот, сегодня, значит, эта фраза, значит, эти позиции Ленина о том, что при капитализме технический прогресс будет работать на капитал, знаете, вот это сегодня технологическая перспектива, которая называется искусственный интеллект. Можно вести спор там, до какой степени это, эти программы и технологии войдут в жизнь, но если рассуждать, ведь это просто катастрофические угрозы возникают. Какие? Политическая сфера. Новый вариант тоталитаризма. Потеря человеком свободы, неограниченные возможности электорального манипулирования. Если включается технология искусственного интеллекта, так можно составлять психограммы человека. Человек оставляет информационный след по-любому. Можно как угодно манипулировать человека. Это все. Смерть демократии. Ее и так-то нет. Но последних, как бы, этих, в общем-то, проявлений, они уходят. Экономическая сфера. Массовая безработица. Если новые программы работают, зачем нужно тратиться на этих людей? Социальная сфера. Неравенство, разделение на обладающих искусственным интеллектом, технологиями и остальным человечеством. Сфера культуры. Тотальная унификация и упрощение. Сфера образования, называя вещи своими именами, социальная дебилизация, оголупление молодежи, формирование зависимости от технических средств. Сфера международных отношений, войны искусственных интеллектов, антропологическая сфера, кибергизация человека, превращение фактически, ну, то, что называют процесс расчеловечения человека. Если остается система условная, как определяемая как капитализм или посткапитализм, вот это туда поведет. Новая техника,
это будет погибальный звон по человечеству. Значит, остается для самовыживания человечества только путь смены модели. Возникает вопрос, значит, в отношении социализма и будущего. Еще один вызов. Вызов, о котором нельзя не говорить, он сегодня проявляется вот, в актуальной повестке. Вызов новой фашизации. Казалось бы, в 1945 году это зло было повержено. Значит, зло повержено, уходящее оно глубоко в прошлое, деление на сверхлюдей и недолюдей. Есть сверхлюди, есть унтерменш, недочеловек. Казалось бы, все. 1945 год, осиновый кол в это, значит, в этого зверя вбили. Начинается процесс гуманизации, обрушение колониальных империй, отмена расовых законов в США. Это тоже было следствие нашей победы 1945 года. Но рухнул Советский Союз, начинается новая фашизация. Опять-таки, значит, шаг за шагом, вот это деление на общество и недообщество, значит, эта антропологическая иерархия устанавливается. Новые унтерменши, вот фактически к этому мы сегодня подведены. И опять-таки, ну, если мы говорим, а кто будет противостоять фашизму, ну, капитализм, он и порождает этот фашизм. В рамках капитализма фашизм не остановить. Я еще бы сослался и всем рекомендую. Очень хороший инструментарий. Не наш, как бы, значит, но очень хорошие международные социологические расчеты. Это всемирный обзор ценностей. Ну, американский политолог Инглхарт, ушедший в том году из жизни, значит, разработал когда-то методологию, там порядка более 100 стран мониторинг, с 81 года все это идет, и все сводится, более 200 параметров измерения, все сводится к двум таким оппозициям. Значит, это секуляризм, традиционализм и коллективизм, индивидуализм. Что мы наблюдаем сегодня? Знаете, четко, вот если смотреть с 81 года, четко тренд, человечество, Запад с семимильными шагами, тащит все человечество, все туда идут. Это индивидуализм и секуляризм. Возникает вопрос. Это вызов. То есть постмодерн — это не просто слова, это ценностная эрозия человечества. Туда, в бездну. В бездну расчеловечения все, весь мир идет семимильными шагами. Ну, кто-то там, Китай более-менее там стоит на месте, там есть разные флуктуации. Но все идут, а возникает запрос. Ну, понятно, что шествие туда, человечество, это шествие в бездну. Возникает вопрос, кто этот нужен, какой-то проект, который будет говорить о коллективизме, о ценностях общежительства человеческого и так далее. Без этого, в общем-то, ну, человечество ожидает, по всей видимости, большая катастрофа. Знаете, это ведь не просто, как бы, по-видимому, это процесс управляемый. Очень интересные, я советую, в этом году должен появиться новый доклад ЦРУ. Они раз в 5 лет публикуют глобальные тренды, где, в общем-то, ну, проекция развития мира освещают. Значит, и вот в 2012 году, характерно, значит, 2017 год он в сущности повторял этот прогноз, 2012 год, еще до 2014 года, они представили 4 проекта, как будет развиваться мир. 4 сценарные проекты. Первый проект – это, значит, проект нового Средневековья. Значит, заглохшие моторы, так он назывался. Что все остановится. Распад, значит, экономика не может функционировать, социальный распад, национальный распад. Все, вот мы туда уходим, в архаику. Первый, значит, сценарий. Второй сценарий, назвали это так, джин из бутылки. Некий актор, они тогда Россию еще не называли, или несколько акторов, они бросают вызов новому мировому порядку. Но сил у них для того, чтобы победить мировой порядок, недостаточно. Мировой порядок подавит этих бунтовщиков. Это сценарий номер 2. Джин из бутылки. Сценарий номер 3. Это мир корпораций. Ну, вообще, национальные государства уходят, все переходит, корпорации управляют
Государственные границы вообще не важны. Ну и четвертый сценарий, это сценарий слияния. Слияние, ну там не говорится мировое правительство вот так, но фактически речь об этом и идет. Что человечество не справляется с глобальными проблемами, нужен некий исполнительный орган, который все эти проблемы будет решать. Ну, фактически об этом. Это наиболее желаемый сценарий. Смотрите, ведь это же не просто прогнозы, это определенное проектирование. Проектирование. И в этом отношении, конечно, показательно. А где ж тут проект, который бы мы могли назвать как неосоветский? Где ж тут проект социалистический? Они не допускают даже в дискурсе вот наличие этого проекта. Понятно, что все эти сценарии, они под их управлением идут, они не допускают того, что будет вот нечто иное. Конечно, инверсия, которая произошла у нас в стране, она тоже заслуживает внимания. Вот, ну, фактически, вот эти оппозиции, ценности советские, ценности, которые стали навязываться в постсоветские годы. Итак, вместо коллективизма – индивидуализм. Вместо солидаризации – конкуренция. Вместо деидеократии – деидеологизация. Вместо установки спасения мира – интеграция в мировое сообщество. Трудовая собственность, частная собственность. Человек – социальная личность, человек – индивидуум. Альтруизм – прагматизм. Минимальность потребностей – потребительская культура. Герой как жертва – герой супермен. Психологическая культура – культура развлечений. Воспитательная школа – школа образовательных услуг. Социальное равенство – социальная селекция успешных. Свобода во имя – свобода от. Государство как большая семья – договорное контрактное государство. Братское единение народов – толерантность. Надэтническая цивилизационная идентичность – неэтническая идентичность гражданской нации. Государственная общественная мобилизация – паритет частного. Нестяжательство – прибыль как мере успешности. Нелегитимность ростовщического капитала – паритетность банковского сектора экономики. Ну, по всем параметрам стали выхолащивали ведь советские, не только на уровне как бы территориального распада, позиции по каждой из ценностной позиции, что было положено в основу советской, советского общества, были взяты другие принципы, но... Вот дело-то в том, что на этих принципах новых победить нельзя и ответить на внешние вызовы нельзя. Вот в чем основная проблема. Знаете, когда смотришь показатели, ну, разные опросы проводятся, социологические отношения к героям прошлого, значит, вопрос, вот Левада-центр, ну, понятно, эта структура понятная, но, тем не менее, опросы достаточно интересные. Значит, какая политическая система кажется вам лучше, советская, нынешняя или демократия по западному образцу? Или какая экономика вам кажется более правильной, такая, что основана на государственном планировании, или как бы там, в общем-то, как бы в основе которой лежит частная собственность и рыночные отношения? Вот по сей день, по всем этим позициям, большинство народа отвечает, в общем-то, плановая экономика, советская система, советские герои. В общем-то, социология показывает, что по сей день, несмотря ни на что, значит, советские ценности доминируют. Я еще вспомню, знаете, тоже 2 года назад ушел из жизни. Ну, сложная достаточно фигура, но его методология интересная. Он стоял на таких марксистских позициях, но... Можно, значит, и в ревизионизме его обвинять и так далее, но интересная фигура Эммануил Валлерстайн. Так вот, его последние рассуждения перед смертью были рассуждения о Ленине. Валлерстайн делал следующий прогноз. Вот вам мой прогноз. Где-то к 2050 году Ленин вполне может стать основным национальным героем России. Почему? Значит, ответ давал следующий. Ну, смотрите. Влияние эволюции на Запад, значит, это социализация капитала, социальное государство, установка для западного капитала надо делиться. То, что капитал на Западе стал гуманизироваться, для видимости, по всей, как очевидно стало позже, это влияние Октябрьской революции. Второе влияние, номер 2, влияние на Восток. Это пробуждение национального самосознания, крушение колониальных империй, это тоже следствие
Октябрьской революции. Ну, это эти и главные для России, как считал Валерстайн. Вот с этого момента Россия стала осью мировой истории. Поскольку вот этот посыл, который нес советский проект, он превратил как бы советский путь развития, это был та перспективная, прогрессивная повестка, которая давалась основному человечеству. Меня, знаете, удивило некоторое время назад, когда знакомился с результатами соцопросов в Соединенных Штатах Америки среди молодежи. Значит, вопрос был об отношении к социализму США. Там никогда особенно сильны, в отличие от Европы, социалистические идеи не были. Но результат такой. Значит, 44% американской молодежи за социализм, за капитализм 42%, ниже, еще 7% за коммунизм. То есть суммарно, значит, 50% больше, значит, больше американской молодежи. То есть настолько уже в мире наелись этим капитализмом, что, в общем-то, даже американцы реагируют таким образом. Ближе к завершению. Итак, сегодня какие фиксируются тренды мирового развития? И что в перспективе этих трендов? Итак, тренд фашизации. Итог, финалом этого является неорасизм. Тренд дегуманизации. Трансгуманизм. Тренд цифровизации. Цифровой концлагерь. Тренд консюмеризации потребительских установок, фактически новый голем, не человек, а нечто иное. Тренд корпоративизации, посткапитализм, монополизация механизмов распределения в руках капитала. Тренд транснационализации мировое правительство. Вот мы смотрим этот итог, финал. Только альтернатива, новая советская альтернатива может как-то эти тренды поломать. Только так. И не иначе. И последнее, самое последнее. Знаете, мы сегодня вступили, ну, как бы, хотя называют понятие военной операции и так далее, но фактически мы вступили в острую фазу войны цивилизационной. Значит, и возникает вопрос, а как победить в войне? Ну, есть некоторые установки, вот, знаете, первое. Нельзя победить врага, опираясь на ценность врага. Второе. Нельзя победить врага, являясь частью системы врага. Третье. Нельзя победить врага, играя по правилам врага. И если мы понимаем, что враг – это мировой олигархат, который аффилированный со странами Запада, на этой почве вышел, то, отвечая, что нельзя победить врага, опираясь на ценности врага, значит, надо дать другие ценности. Если там ценности, связанные с капиталом и, значит, развитием этой системы, это должны быть антикапиталистические ценности. Если нельзя победить врага, являясь частью врага, выход из мировой капиталистической системы, это означает создание собственной иной системы. Если нельзя победить врага, играя по правилам врагам, отказ от капиталистической системы управления и, что очень важно, от концептуальных основ управления, связанного с моделью капитализма. Это все дает, в общем-то, к этому неизбежно пойдем. Знаете, потому что либо переход на эти платформы, либо, ну, в общем-то, геополитическое кладбище. И, знаете, я в завершение, только что вышла книга, я ее даже сам еще не открывал. Значит, ну, понятно, что в ситуации войны надо, значит, три вещи очевидные, какая бы эта война ни была. Первое, понять, кто враг, с кем идем воевать, образ врага. Второе, а кто такие мы, дать ответ. Ну, а кто мы-то сами, значит, что мы этому врагу. Ну, и третье, искоренить пятую колонну. Значит, ну, вот это как раз две книги. Может быть, будет и третье по поводу третьей постановки задачи. Значит, ну, первая книга 2022 год. Первая книга о Западе. Вторая книга о России. Я думаю, ну, более подробно ту позицию, которую я сегодня здесь представил, она в этих книгах, может быть, найдете ответ. Спасибо. Вардан Эрнестович Багдасарян. Кстати говоря, книгу можно будет приобрести. Сейчас мы уточним этот нюанс. В любом случае, если вам будет интересно, и, наверное, с автографом автора, я думаю, это возможно будет сделать. Так, уже сразу вопросы. Так, ну...
Давайте, давайте нашему учителю истории, да, а то вдруг обидится. Да, спасибо. Кстати, я не только учитель истории, я еще ваш студент. Вы у нас вели историю мировых цивилизаций. Поэтому мне, когда я учился в МГУ. Поэтому у меня такой вопрос. Вот мы уже говорили, вы о молодежи говорили, предыдущие выступающие говорили о молодежи. Я вот ради интереса, то есть посетил, например, митинги Навального, и, как вы уже говорили, тоже упоминали либеральные такой позиции. Ну, просто для интереса, не потому что их поддерживаю, просто ради интереса. И, естественно, мы это запомним. Я говорю, просто ради интереса. Мне было, я понимаю, всем интересно, а потом все в рамках. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Я как с 90-х годов был за Советского, так и остаюсь. Верим, но все-таки мы запомним. Я застал Советский Союз, я учился в советской школе, так что... Значит, и я был на митингах левой оппозиции. Все-таки, вот вы сейчас сказали статистику, правда, вы говорили про иностранную молодежь. Все-таки почему, как на ваше мнение, все-таки у них большинство молодежи еще у них? Как бы то ни было, да, вот я заметил, как бы не печально это было выглядело, все равно большинство молодежи у них. В чем проблема вы видите в этом? Спасибо. Ну, давайте так. Значит, вот вы все-таки в вопросе вы задали, как бы, ну вот почему я не согласен, что большинство у них. Знаете, опросы, которые социологически сегодня проводятся, значит, они показывают следующее. Очень интересно. Вот вышел в том году в «Вопросах истории», ну, такое исследование по, значит, отношению к прошлому, советскому, вообще 20 века, разных слоев населения. Что интересного здесь увидели? Отношение к советскому прошлому, к советским героям поколения 18-25 более позитивное, чем 25-35 и 35-45. Это первое. Значит, капитализм, все убеждаются, что начинают действовать силы некого такого отторжения. И это можно как ресоветизацию определенную, значит, объяснять. Второе. Конечно, молодежь устроена таким образом. Вот, кстати говоря, мы проводили опрос среди молодежи. Ну, он показывает следующее. Значит, такой очень индикативный вопрос. Вот если для сохранения суверенитета страны придется пойти на ухудшение вашего материального положения. Опрос проводился в 2021 году, то есть не в этом году, да? Значит, готовы ли будете на это пойти? Ну, где-то 20% нет. Значит, не готовы. Материальное положение выше. Где-то, ну, наверное, столько же, значит, готовы. А более 50% в зависимости от степени ухудшения. Вот, значит, ну, конформизм, главная беда. И тут это пластично, эту часть, Навальный им, Левый им как бы другая. Как бы, вот мелкобуржуазная психология, о которой Владимир Ильич Ленин говорил. Но все-таки, конечно, с другой стороны, всегда во все времена наиболее пассионарная часть находилась в молодежной среде. Да? Молодежь, она так устроена, что... Вот есть очень неправильное определение политики, но оно когнитивно такое ценное. Политика как управление психической энергией масс. Так в этом отношении молодежи нужно вести на штурм бастионов. Если ее не вести на великие свершения, она пойдет против своего собственного государства. Так это было во все времена. Нужны идеалы, нужны комсомольские стройки и так далее. Нужен образ врага, с кем она ведет борьбу. Нужно канализировать это движение на великие свершения. Спасибо. Еще вопросы? Вот там. Да-да-да. Да, Катя. Угу. Здравствуйте. А вы сказали отказ от ценностей наших зарубежных там, партнеров. Но не явно, причем имея в виду, что придется переходить к ценностям советским. Но наш главнокомандующий говорит, что мы страна консервативная, и, собственно, ценности у нас консервативные должны быть. То есть это не рывок вперед, а попытка восстановить некое прошлое. И интернационал не красный, а черный. Хотелось бы услышать комментарий.
Спасибо. Смотрите, значит, анализ, вот я, знаете, начну с ответа, в свое время цитату приведу, близко к тексту Иосифа Виссарионовича Сталина, что не бывает никакого третьего пути. Либо капитализм, либо социализм. Третий путь — это тот же капитализм. Понимаете, если стоять на позициях капиталистической модели, эта модель объективно проигрывает противнику в глобальном противостоянии, не противостоянии там с Украиной, да, а в глобальном противостоянии Россия капиталистическая, я не хочу быть таким негативным пророком, она обречена будет на провал. Надо менять в этом отношении парадигму. И чем быстрее власть это поймет, определенная эволюция в эту сторону есть. Да? Определенная эволюция в эту сторону есть. Когда-то ведь национальной идеей провозглашалась, значит, конкурентоспособность. Потом национальной идеей все-таки стал патриотизм. Может быть, дальше это будет уже связано и с теми... Знаете, тут же советский феномен, с моей точки зрения, в чем он был силен особенно? То, что марксистская теория социализма оказалась соединена с русским цивилизационным неким кодом, который, в общем-то, как Бердяев, русский коммунизм. И вот этот синтез, это же не как бы левые как бы троцкистские установки, это другой был феномен. И фактически... По-любому Россия вот цивилизационно, ввиду советского опыта, да даже до советского, она ориентирована туда. Вот она как бы или такая Россия будет, или она не будет никакой. И в этом отношении, ну, ситуация очень тяжелая, конечно, ситуация, то, что начались военные действия, война, но ведь переосмысление базовых ценностей, она всегда начиналась вот при таких вызовах. Я думаю, это будет... Вот смотрите, уже заговорили о государственном планировании, о государственном монополии внешней торговли, заговорили. Когда это вообще было? Как бы такие вещи произносятся, ну, казалось, они невозможные. Ну, весь вопрос дальше возникает очень такой... Я вот сказал, первая книга о Западе, вторая книга о России, нету третьей составляющей. Но понимаете, что элита подбиралась под определенную идеологию, хотя, говорят, идеологии не было, идеология была. Идеология вхождения в единый западноцентричный мир. Под это дело выстраивались институции, выстраивались кадры и так далее. Ну, в общем-то, момент такой, что, в общем-то, значит, задача для победы в этом большом противостоянии заключается в устранении пятой колонны, шестой колонны идейных сторонников той системы. Возглавит ли это главнокомандующий? Ну, хотелось бы, чтобы он это возглавил. Как бы, ну, вот, анализ показывает, что побеждающая модель — это модель, так, с которой побеждал Советский Союз. Вот на этой ноте... спасибо большое, Вардан Эрнестович. На самом деле... Совершенно потрясающий сегодня был доклад у Вардана Эрнестовича, потому что что-то новое мы сегодня услышали, и вроде говорятся такие же слова, но тем не менее все равно как-то это звучит иначе. Спасибо огромное. Спасибо. Вот, если хотите, опять же, можете поговорить с нашим уважаемым докладчиком в такой неформальной обстановке. У нас еще немножко есть для вас сюрпризов, и уже мы близимся совсем к финалу. Сейчас я попрошу наших дорогих волонтеров, особенно мужского пола, давайте проводим нашего уважаемого докладчика, поблагодарим его и обязательно посмотрим книгу, и там уже с книгой разберемся. Кто-нибудь, может быть, приобретет, получит автограф и так далее.